Дурные наклонности у ребенка. Родители, которые не учат детей бороться со злом внутри себя, оставляют их безоружными перед разнообразными искушениями. Когда ребенок остается предоставленным самому себе, несмотря на все его хорошие качества и таланты, он может поддаться дурному влиянию. Дурные наклонности развиваются и закрепляются в ребенке намного быстрее, чем хорошие. Многие родители смотрят на дурные наклонности детей легкомысленно, объясняя эти черты тем, что ребенок еще маленький. Родители думают, что ребенок вырастет и сам поймет, что так делать плохо. Полагая так, родители даже не задумываются о том, что оставляют без внимания дурные наклонности детей, не учат их бороться. Многие родители стремятся выполнить все капризы ребенка. Однако, любое проявление зла нужно искоренять в самом его начале, пока оно не окрепло. Если же оставить все как есть, без внимания, то дурная наклонность может превратиться в привычку. В идеале, в семье, с самых ранних лет, дети должны воспитываться так, чтобы они понимали, что есть дозволенное и есть недозволенное. Но запрещать ребенку что-либо или же наказывать его нужно только разумно. Когда ребенок осознает, что недозволенные действия влекут за собой неприятные последствия, он будет стараться избегать делать что-то, что запрещено.